Восточном Казахстане более 9 тысяч человек не выплачивают алименты. Сегодня их долг перед детьми достиг уже 233 миллионов тенге. Чтобы заставить отцов вспомнить о своих обязанностях, прокуроры и судоисполнители региона приступили даже к конфискации имущества должников. Проводятся специальные рейды, созданы мобильные группы, которые регулярно посещают неплательщиков. С начала года к административной ответственности привлечено 158 восточно-казахстанцев. Еще на двоих заведены уголовные дела. Благодаря активной работе сумму задолженности удалось уменьшить вдвое и защитить права почти 10 тысяч детей. Кроме того, одним из действенных рычагов воздействия на неплательщиков алиментов оказалось задержание и водворение на штрафстоянку автотранспортных средств. Машина будет стоять на штрафстоянке до тех пор, пока он не погасит долги. В последующем, если он не примет в определенное время, не погасит сумму долга, то это автотранспортное средство будет оценено, и, соответственно, судебными исполнителями оно будет реализовано в счет погашения задолженности по алиментам.